Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні голова правління Одеської регіональної організації Всеукраїнського лікарського товариства, доктор медичних наук, епідеміолог Володимир Колоденко та генеральний директор Центру громадського здоров'я Одеської обласної ради Оксана Пастернак. Оксана, Володимир, вітаю вас в нашій студії. І дійсно, Оксана, ви керуєте новою структурою, нова на слуху структура і взагалі нове поняття «громадське здоров'я». Що це таке? До кого воно відноситься та стосується? Громадське здоров'я дійсно це нове поняття, але це дуже важливе і глобальне поняття. Воно об'єднує всі сфери, які знаходяться у нас в області. Це починає з культури, закінчує сільським господарством. Що це значить? Кожна сфера несе свою лепту в общественне здоров'я, яка впливає на наш образ житті. Це относится к физическому образу жизни и к питанию. Если мы все вместе будем понимать, что мы кушаем, и как мы делаем, и как мы живем, это однозначно повлияет на качество и продолжительность нашей жизни. Это про способ жизни. Это про способ жизни, качественный. И каждый человек, каждый в отдельности человек, а дальше семья, либо коллектив, они должны понимать, осознанно понимать, не потому что кто-то сказал, нужно так делать, и безосознанно происходят какие-то действия, а осознанно каждый в отдельности, а дальше коллективно понимает, что мы делаем для того, чтобы мы были здоровы. Это от питания и от режимности жизни до каких-то профилактических мер, которые мы делаем, и эти меры касаются медицины. То есть я так понимаю, что это еще не это до медичної допомоги. Так, тобто це навіть, однозначно навіть не до медицинской допомоги, и здесь далеко до медицины. Угу. Это индикаторы здоровья. Мы обязаны, наша задача Центра общественного здоровья донести до населения все возможные индикаторы и дать все инструменты, которые сейчас позволят обеспечить, измерить эти индикаторы здоровья для того, чтобы понимать, где эта критическая точка заканчивается здоровье. Володимир Олександрович, а ось с точки зору вже медицины, профилактики, реабілітації, а що таке громадське здоров'я? Де йому місце у медичній структурі? Ну, громадське здоров'я – це, перш за все, комплекс заходів наукових і практичних, направлених на профілактику і попередження захворюваності. І тому, якщо ми оцінюємо стан здоров'я населення, то показники здоров'я – це смертність, це захворюваність і так далі. Це всі показники здоров'я, які характеризують стан здоров'я населення. І оцінювати стан здоров'я населення можна не тільки через показники здоров'я, але і через детермінанти, які формують здоров'я. Так, тому, це... якщо ми кажемо про здоров'я, громадське здоров'я, то детермінанти і показники здоров'я – це є все ціле, які і критеріями яких і є стан здоров'я населення. Так. Це інтегральний показник соціально-економічної структури общества. Це показники, які характеризують на сьогоднішній день суспільство. Інтегральний Але показник я розумію, суспільства. Якщо вже з'явилася така структура, якщо її, тобто треба з чогось розпочинати, тобто має бути ось ця нульова крапка, з якої ми будемо вести відлік, так? Тобто чи зростає це громадське здоров'я, чи навпаки погіршиться, а як її визначити? Тобто зараз треба визначитись, хто в нас здоровий, так? І скільки цей відсоток цих здорових людей, як він взагалі впливає на суспільство, чи як це буде взагалі? Самый простой и дешевый метод на сегодняшний день, как измерить здоровье, это анкетирование. Угу. То есть во всем мире существует, это самый простейший метод анкетирования. То есть скринингово, массово выпускаются анкеты и
Мы анкетируем. Вопрос через как? Конечно, мы анкетируем, да. Дуже цікаво, какие будут результаты вопрос, и вот, например, на всю Украину есть такая, так, анкетирование проходит последние 3 или 4 года, называется индекс здоровья. Угу. То есть все украинские, такой справочник, он есть в свободном доступе, можно ввести в Google индекс здоровья по определенным вопросам. В любом случае, когда речь идет о громадском здоровье, общественном здоровье, не влиять на детерминанты, на причины, мы не изменим никаких этих самых. Тут треба все ж таки виявляти ці законы природы. Да, то есть мы должны, если мы говорим укрепление здоровья населения, то мы прежде всего должны снизить риск воздействия неблагоприятных факторов. Тобто їх треба виявляти, ці не було. А вот весь комплекс можно условно разделить на две группы. Это природное, социальное и, конечно же, образ жизни, самосохраняющее поведение. О том, что говорила Оксана Вадимовна, это очень важный вопрос, сформировать у населения, у громад самосохраняющее поведение. Мы в любом случае работаем... А чья функция? А вот это как раз и есть функция громадского здоровья. Вот это и есть функция громадского здоровья. То есть это даже не семейные лекари, которые могут мониторить... Мы сейчас вернемся к семейным врачам. Два основных направления. Первое – снизить риски неблагоприятного воздействия факторов. А для этого они должны, центр громадского здоровья должен иметь инструмент оценивать эти риски, формировать прогностические системы характера влияния этих рисков на здоровье и, соответственно, разрабатывать стратегию для региона, с одной стороны, снизить эти риски, а с другой стороны, повлиять на самосознание населения, повысить его самосохраняющую способность. Тобто я правильно розумію, ви маєте, по-перше, вивчати, по-друге, абсолютно, інформувати, конечно, а по-третє, давати контент, центр громадського здоров'я должен быть тем, не только инструментом, а той системой, которая собирает, анализирует, прогнозирует, разрабатывает стратегию регионального здоровья. Але є ще треба донести безпосередньо до тих людей, яких ви звете пацієнтами, так? А ви як їх звете? Ми зовем люди. Нет, население – это масса, а мы обращаемся к каждому индивидууму, потому что здоровье – это личное отношение, это культура личная каждого человека, и все зависит от того, как он это воспроизведет, свое здоровье, и как он будет относиться к себе лично. И как он будет по жизни жить и сохранять это свое здоровье? Ну, если я правильно понимаю, что досі все ж таки эта функция была покладена на семейных лекарей, то есть они мали профилактировать диабет. Оно было фрагментарно и в рамках сугубо болезни. Сегодня вот одна из задач, конечно, межсекторальная интеграция, потому что детерминанты здоровья мы уже обсуждали, это и культура, это и характер труда, и характер питания, и факторы риска, связанные с эпидемиологией, это и демографическая ситуация, которая важна для разработки стратегии профилактики. Ну, то есть этих факторов действительно много, и они влияют на каждого из нас. Да, да. И, ну, я понимаю, то есть вы звертаєтеся до суспільства. Мне кажется, что когда, ну, пациент, так будем говорить. Надо пациент, потому что мы ему изначально ставим клеймо, что он больной. Ось, так, то есть есть пациент, он звертается, ну, до семейного лікаря за профилактикой, так, так будем говорить. То есть он считает, что он здоров, но он хочет это подтверждение мати. А ось, если он не пациент еще, он просто желает быть здоровым, до кого он звертается? Он обращает, вот как раз основная задача семейного врача обеспечить мониторинг здоровья. И при определенных сомнениях, критериях здоровья поставить под вопросом и отправить к условному специалисту. Угу. Его задача – мониторить здоровье. Так. И... А, це демо про а, да, а если диспансерный больной, угу, да, вот он вернулся после, мы первично берем нулевого здорового человека с нуля, да, вот он мониторит его здоровье,
под вопросом больной, и он дошел до сахарного диабета, например, под вопросом сахарный диабет. Тобто він вже не суспільно здоров, і він впливає нам, портить всю статистику. Он в любом случае с основной частью суспільного здоров'я. Он болен по определенному диагнозу. Он психически здоров? Здоров. Уже добре. Уже добре. По другим болезням здоров-здоров. У него под сомнением сахарный диабет. Его направляет семейный врач к узкому специалисту, проходит диагностику, проводится в соответствии обязательно стандартов. На сегодняшний день творчество в медицине исключается, какие-то исследования на больных исключаются. В соответствии с стандартом проводится диагностика, ставится диагноз, даются рекомендации. Если тяжесть заболевания соответствует второму уровню оказания помощи, возможно, там тяжесть даже для третьего и четвертого уровня. Да. Значит, второй уровень направляет на третий. Либо же обратно со всеми рекомендациями возвращают к семейному врачу. И вот здесь семейный врач, не имеет значения, с третьего, со второго уровня, где бы ни был, после операции он, после, у него есть выписной. Тобто він вже не у лікарні, у нього є рекомендації, режимність. І як ми всі знаємо, да, в рекомендації, стул, номер такой-то. Да. Все починається з питання. Це вже елементи профілактики. Це вже ваше питання, так, як він далі буде жити. А от сімейному врачу ми повинні дати контент по содержанию. Вот он, ему дают рекомендации, да, номер 5. Но мы семейному врачу наша задача рассказать, как он должен донести правильно и грамотно коммуникативно, чтобы этот больной действительно, да, вот вы вот раз в жизни читали свой выписной, никто не читал, и я в том числе, да, кроме врача, хотя там все расписано, где, что делать. Мало того, надо прочитать, а еще как это сделать. А семейному, вот наша задача, дать на каждый пункт, как, с кем, когда и где. И если написано плавание, то семейный врач должен знать, где это доступно. Например, белая акация. Например, я говорю. Так. То есть у семейного врача он должен быть всезнающий человек. Він має спрямовувати людину. Конечно. Дійсно, да. Так. Але ось вже повертаючись і підводячи пісеньки. Можна ще елементом профілактичної роботи сімейного врача. Ми знаходимося сьогодні в самом начале пути формування, в общем-то, стратегии, философии, технологии работы семейного врача. И, конечно, в аспектах семейный врач наиболее заинтересован в системе профилактики. Он увязан финансово в этом плане. Чем меньше он затратит денег, тем больше денег останется в клинике семейного врача для развития, для финансового поощрения сотрудников и так далее. И очень правильно акцентировали внимание, что нужно иметь инструмент. Сегодня в Одесском медицинском университете еще 10 лет назад была предложена технология работы семейного врача в профилактическом плане. Это определение риска и резервометрии. Риски, определение и оценка рисков внешних, которые могут повлиять на состояние здоровья, и возможности организма через систему оценки резервометрии, резервов организма. Вот сочетание этих двух понятий и определить ее стратегию профилактической работы. Сегодня это уже технология практически апробирована. И я думаю, что на примере одесских клиник семейной медицины мы со следующего будем рекомендовать эту технологическую модель для работы семейного врача в системе профилактики. І отже, тоді останнє питання до нашої бесіди, вже ну, коротенько від кожного з вас, все ж таки, як ви вважаєте, ось це громадське здоров'я, воно складається з одиниць громадського здоров'я, чи все ж таки, чи це дещо більше? Одна із главенствуючих задач Центру громадського здоров'я – це формувати регіональну політику в області здравоохранення. То есть накопив, они являются носителями информации, они имеют информацию об
детерминантах здоровья, они знают потребности населения путем анкетирования, путем выявления причинно-следственных взаимоотношений и так далее. И вот они как раз должны составить ту политику для наших политиков, будем говорить так, тавтология, политику для политиков для развития регионального здоровья. Что нужно, что является сегодня для нашей популяции наиболее важным, определить, стратегически ранжировать важные, второстепенные, первостепенные. Тобто це задачи. І фактори ризику это для безусловно. Здоров'я. А факторы риска – это экономические, это социальные и так далее. Мы сейчас работаем, вот то, что Владимир говорил, над профилем и определяем вот эти детерминанты. Наша задача в этом году – определить региональные детерминанты и написать в этом году и обратиться к депутатам, чтобы они выделили деньги на решение этих проблем, на вот эти детерминанты в лице региональной программы общественного здоровья в регионе. Ну, отже, а ми будемо слідкувати дійсно, що саме впливає на здоров'я, які фактори допомагають його зберегти і що дійсно впливає погано, над чим треба працювати. Дякую вам, що прийшли до нас. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був голова правління Одеської регіональної організації Всеукраїнського лікарського товариства та доктор медичних наук, епідеміолог Володимир Колоденко і генеральний директор Центру громадського здоров'я Одеської обласної ради Оксана Пастернак.